Это многими, что он был либо отравлен, либо что просто ему было, ну, не то, что не отравлен, он был, ему была не оказана помощь. То есть он же, как вы к такой версии относитесь? Я считаю, что это легенда. Легенда. Когда умирает сильный вождь, всегда возникает подозрение, что умер он не своей смертью. Но если мы возьмем, например, работу известного публициста Николая Викторовича Старикова, то «История России» в нем будет выглядеть примерно так. Значит, был хороший, мудрый царь Николай I, он много хорошего сделал для России, но потом началась Крымская война, и Англия, используя своих наймитов, отравила Николая I. Дальше зашел на престол император Александр II. Александр II был очень хорошим царем, он отменил крепостное право, провел реформы, выиграл войну за освобождение Болгарии, но гнусная Англия, финансируя русских террористов, убила Александра II. Дальше был царь Александр III. Александр III тоже был очень хорошим царем, он был миротворцем, он много сделал для России. Значит, слегка подморозил, приструнил террористов, которые убили его отца, но гнусная Англия все-таки добралась и до него, значит, отравила его, и он умер. Он умер молодым. Дальше царем стал Николай II. Николай II тоже был очень хорошим царем, проводил реформы, при нем был замечательный государственный деятель Столыпин, но гнусная Англия развернула Первую мировую войну, построила так, чтобы сокрушить матушку Россию, вот, свергла Николая II руками своих наймитов и в конце концов, значит, отказалась его принять, в конце концов большевики его расстреляли, тоже не без участия, значит, английских советников. Дальше англичане привели к власти своего агента Ленина, с которым они работали там много лет. Вот, Ленин стал руководителем советского государства, но повел свою игру, и тогда англичане подослали к нему Фанни Каплан, которая его ранила, а через некоторое время от этого ранения Владимир Ильич скончался. Тогда руководителем страны стал Сталин. Сталин, как мы понимаем, был самым прекрасным руководителем. Сталин сделал много хорошего, выиграл Великую Отечественную войну, но Англия все-таки дотянулась до него. Она его все-таки убила. Вот. Ну, это такая, значит, история России через призму английского заговора. Вот. Действительно, много говорят о смерти Сталина, но в отличие даже, там, скажем, от Александра III или от Николая I, Иосиф Сталин был к этому моменту уже очень-очень старым человеком. Очень старым и очень больным. Вот. И, скорее всего, он перенес к этому моменту несколько инсультов. И, безусловно, его срок уже подходил. Поэтому я думаю, что в значительной степени вся эта история, она об убийстве, об отравлении, она основана на каких-то домыслах. Я очень сомневаюсь, что, во-первых, это было даже теоретически возможно. Вот. Во-вторых, ну, то есть там нет никаких доказательств. Это просто домысел, что вот, ну, он умер, наверное, отравили. Вот. Думаю, что ничего подобного не было. Если бы Сталина могли спасти, я думаю, его спасли. Я думаю, что он умирал уже просто от старости и от болезни. А тот факт, что он несколько часов лежал, ему не была оказана помощь, к нему даже охрана не зашла? Я думаю, это случайность. То есть как совпадение просто? Да, я думаю, что это случайность. Угу.